Всем привет, друзья мои из Канады. Выходим из депрессии посредством спортивных упражнений и физкультуры. Простите за качество картинки. Обещаю обязательно сделать вам дневную версию. Сегодня мне удалось сделать подвиг. Мало того, что я сюда пришел один, невзирая ни на что. Это самый главный подвиг. Я по-прежнему жив, практически здоров и уверенно двигаюсь своим целям, чего и вам всем желаю. Занимайтесь спортом. Всем физкульт привет из Канады. Я надеюсь, вам было что-то видно. И вы прекрасно проводите это лето. Также не забывая о физических упражнениях, о спорте, зарядке и физкультуре. Так, волос почти нет уже. Как и лишнего веса, как и пессимизма. Все будет хорошо, друзья мои. Со мной все хорошо, а будет еще лучше. Не забывайте подписаться, пожалуйста, на этот канал. Ставьте лайк этому видео. Пишите комментарии. И делитесь роликом с друзьями. Сейчас будем делать еще несколько упражнений. И уверенно двигаться в сторону светлого будущего. Спасибо за просмотр. Привет всем родным. Пусть будет мир над вашим домом. Увидимся на краю света.